Те, у кого не хватает денег на отдых в Сочи, едут отдыхать в Испанию. Итак. Представьте, камызякцы в испанском ресторане. Игорич, может, ты на стул сядешь? Может быть, заказ сделаем, а? Как мы заказ сделаем? Из нас только он испанский знает. Ну, давай тогда по-английски. Как официант по-английски будет? Официант. Точно? Официант. 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 Может быть, people? People! О, people, запомни. To go к нам. Чё смотришь, тупис? Заказ тупишешь? Давай. Смотри, значит, мне и моему френду. Friend? Да. Ту пиво. Ту пиво? Это ты ту пиво по-английски понимаешь вообще, нет? Ту бирс. Two beers. Да, только много. Полторашка. Нет, the полторашка. Эй, их же две. The полторашка. Вот, две за полторашка. А, Игорь уже. Игорь уже сок, наверное, да? Спроси по-английски, как будет сок с мякотью? Есть у них? С мякотью есть сок у вас? С мякотью, чтоб там было, есть? Откуда у них тут с мякотью в Испании, тоже скажешь? А, orange! Orange! Да, виноградный! Понял? Где вы учитесь на этих официантов? Просто воды принеси! Окей, water. Точно, давай водки. Вот соображаешь ту пиво, когда надо, молодец. Давай, иди неси. Бесаме, бесаме. Как мне надоело это, нудятина, я пойду свою музыку закажу. Э, хорош, хорош. Hello? Какой hello, вечер уже. Про кинопленку можете? Sorry, what about? Как кино по-английски? Cinema. Про синемапленку можете? I don't understand, what about? Да ну вас нафиг, короче, смотри, вот. Ты, значит, вот так играешь, понял? Вот ты. Веселей просто. Вот тяка-тяка, тяк-тяка. Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 дней назад. Я б не взял в Испанию путевку, а уехал бы к нам на юга. Так что душно и скосок. Битый кафель с полоской ила, я готов целовать песок, где олимпиада проходила. Ну вот, оклемался же, молодец, молодец.